Ребята, всем привет! Сегодня позднее включение, но я могу сказать, что сегодня я с собой довольна на все 100%, потому что я наконец сделала дело, которое нужно было сделать очень-очень давно, но еще кое-что осталось недоделанным, а именно мне нужно нарядить на кухне, все украсить к Новому году, потому что мы здесь будем справлять, и хочется какого-то новогоднего настроения. Но я сделала дело. Лучик, да я тут мусорки, видите, сколько набрала. Почему мусорку? Потому что я поухаживала за своими цветами, я поменяла им землю, я попересаживала, я пообрезала, потому что они уже имели безобразный вид, некрасивый вид. В общем, я убрала на подоконнике, протерла все плинтуса, все везде здесь протерла, потому что кухню я убираю частенько, а вот в этой части, в остальной, нужно было очень хорошо убраться, вот это все разобрала я, там все помыла вокруг. Вот единственное, завтра плафоны буду снимать, не успела еще, и буду тоже их мыть. Вот ту полку, где у нас семья, надпись, тоже все поубирала. Ну и так в целом, вот мои цветы, я прям довольна, все такие красивые, ухоженные. Вот этот цветок я наконец-то посадила, потому что он был, а тут темно. Не видно. Вот, посмотрите, вот такой вот цветок. Это мама его хотела моя в Сочи увезти. Он стоял, вот честно, в такой маленькой-маленькой пластиковой баночке. И вот теперь у него есть горшочек свой. Потом нужно еще обновить тарелки, потому что у нас, вот посмотрите, вот здесь есть пятно. Цветки, если вдруг протекают, как-то вот оставляются пятна на подоконниках, которые потом очень трудно вытираются или нет. Мы ставим одноразовые такие эти. Нужно просто обновить их будет. У меня не было. В следующий раз в магазин пойду маленькие куплю. Большие тоже, по-моему, нету. Большие тоже нужны. Обрезала свой бамбук, потому что он безобразно разросся уже до потолка и выглядел, конечно, не очень. Вот этот цветок я особо не трогала, ему бы поменять большой горшок, я поднасыпала здесь новой земли тоже, но у него такие уже большие корни, и, конечно, он хотел больше горшок. И алоэ, алоэ не стала выкидывать, хотела, но понимаю, что это очень полезный цветок, и он мне очень нужен для Данюшки тоже. Мои мандарины здесь растут. Вот я тоже пообрезала, было много сухих веток, дала новую землю, все. И вот даже вот этот попересадила, но он сейчас в таком пластиковом обычном горшке. Сюда нужно купить тоже кашпошку, вот так, ну типа такого горшка, да, потому что тот горшок тоже ему стал очень мал. Все, теперь у нас здесь все ухожено и замечательно, сюда пойдет тоже какая-нибудь гирлянда или еще что-то, я подумаю. А сейчас будем делать перекус. Да, сейчас будем делать перекус. Данечек сегодня кушал суп с макаронами. Прошло все достаточно прикольно. В общем, он с удовольствием его поел. Ребята, всем привет! И у нас традиционный перекус. Сейчас покажу, что приготовила Анюта нам, пока мы с Данечком развлекались в машинке. Супер-мега-пупер. Я не знаю, это бутербродом не поворачивается язык назвать. Это супер-мега-пупер сэндвич. Данюшек будет, что банан. У нас? Бананчик уж. Да. Данюш. Бананчик. Есть. Это лучик у банан. Лучик ждет там, где-то под ногами сидит. Ешь, ешь лучик, ешь, можно. Кушай банан, лучик. Можно. Вкусный банан, на. Можно, кушай. Нет, облизал его. Пойдемте в мисочку положу. Данюш, подождать надо немножко, банан сейчас готовится. Да, вырастет сейчас. Лучик, иди. Ешь тоже бананы. Ребята, всем приятного чаепития и поедания. Чем там поедаете? Ты ловишь попутный ветер? Тебе чмоки мой. Чмоки-чмоки. Спокинаки. Спокинаки. Так. Укладываемся. Чпой.
Пока-пока. Пока-пока. Солдатик мой маленький. Пока-пока, малыш. Спи. Спокойной ночи. Чао. Гу. Да, спокойной ночи, крапуш. Все, пока-пока. Ух ты, какой жгут. Смотри, растяжка. Пока. Пока-пока, малыш. Спокойной ночи. Пока-пока. Данюшек, наши процессы засыпания, а мы, как всегда, кушаем. Время 9 часов. У нас только здесь начинается процесс готовки. Ну, на самом деле, мясо тоже в духовке. Уже скоро приготовится. А мясо у нас сегодня говядина. Будем кушать говядину. Макароны Диме варю. Такие, которые со шпинатом, цветные. Такие вот. И буду сейчас резать капусту на салат красную с огурцом. Этого мало. Сейчас еще один возьму огурец. Вот. Еще один огурец, потому что одного будет маловато. А еще можно лук добавить в этот салат, но я как-то не особо хочу. Заправка уксус столовый плюс масло растительное, плюс сахар, плюс соль. Очень вкусно получается. Вот эту капусту прям вообще для этого салата очень вкусная. А вообще очень приятно, когда уже новогодняя такая атмосфера, что так прикольно уже все равно. Детали какие-то мелкие. Приятно стало готовить здесь. И вообще уже появляется, конечно, новогоднее настроение. Но, возможно, это не все наши украшения. Может быть, я еще что-нибудь прикуплю. Если будет возможность, время, возможно, и что-то еще докуплю, потому что раньше мы наряжали всего две комнаты, теперь мы еще чуть-чуть елочку Данюши нарядили. В общем, как-то мало игрушек мне показалось у нас всяких различных, хочется что-то еще.
на кухню добавить, потому что я как уже говорила, что здесь будем встречать Новый год, и хочется здесь более праздничной атмосферы. Что, смотрите, как выглядит шикарно наше мясо. Шикарно, Дим? Вообще безумно клево выглядит в этом маринаде, обалденного уса. Это мы все балуемся этим маринадом, как он, из граната. Гранатового соуса, да. Турецкий. Ну, я думаю, любой сюда подойдет. Ну, смотри, оно какое-то сочное получается. Оно вообще, да, там водичка, бульончик остался. То есть оно впеклось в этом бульоне. Смотри, о, ну оно жирненькое такое. Угу. Кусочки такие. Отлично. Это говядина у нас. У Димы еще будут вот такие вот макароны, я показывала уже, цветные. А у меня будет мясо и вот такой вот салат, целое ведро. Целая миска. Ну, Дим тоже его будет есть, на самом деле. Все, ребят, мы будем кушать. Очень хочется. Всем приятного аппетита. Ну что, двое из ларца одинаково слетели. Тише, смотри, форточку не улети. А туда Нюша сегодня уже пытался. Ну, конечно, такой семейный обычай. Сегодня был такой какой-то длинный очень день. Он был странный, я бы сказал. У меня точно. Я сегодня очень рано проснулась, потом часочек поспала вместе с Данюшей. Потом кучу просто всего переделала. А Дима кучу переработал там. И вечер промчался очень быстро. Вечер, день, и он такой напряженный был. Ну, не без этого, куда уж там, да? Да. Но самое главное, ты сегодня сделала самое главное. О, да, то, что я не сделала, вообще я говорила уже, я это должна была еще год назад сделать. Это что? Цветы. Нет, я не про это. Что, украсить дом? Да. Да, я поняла, что я хочу еще что-нибудь из украшений немножко на кухню добавить. Для антуража праздничного, мы же там хорошо будем. Вот. Подумаем над этим. Зверь бродит под ногами, да, как всегда. Да, лучше, как всегда, мы начинаем разговаривать, он начинает выходить. Под ногами здесь. Трется постоянно с нами. А еще он, у него такая сейчас фишка пошла, я не знаю, у него какой-то переглюк. Он, короче, хочет пить воду только из ванны и только после того, как Даня искупается. Ну, мы не знаем, это связано с Даней или нет, но предполагаем. Но он приходит пить, ну, капли остаются на плитке после того, как Даню покупали, и приходит лучик, их быстро-быстро-быстро вылизывает все капли. Да, и Дима теперь вечером ему наливает воду типа в ванной, на самом деле с этого, с кувшина наливает, да. Имитирует, что? Имитирует, как будто бы с ванной, и лучик потом чуть ли не всю чашку выпивает. Бежит, выпивает воду. Ну, мы не знаем, у него какой-то глюк, походу. Физик какой-то случился, да, непонятно. Он ходит, он что-то нюхает, лучик. Иди спать. Сниматься с нами? Иди спать, все. Иди поспи. Будем прощаться, тоже уже хочется немного поспать, да? Да, ну, кто-то поспал. Время-то уже позднее. А кто-то уже спит. Он вообще так спит прикольно. Подушку обнимает. В таких позах. Да, засыпал, подушку обнимал. 5 минут, наверное, лежал и долго, длинно моргал. Да. Очень было смешно. Медленно, плавно погружался в сон, да. Медитировал, очень, по ходу дела. Очень смешно, да. Будем прощаться. Да. Ребята, не забывайте подписываться на наш канал, ставить нам лайки, писать комментарии, любые. И не забудьте посмотреть видосик, который выйдет когда? 7 часов утра по московскому времени. С вами были Аня и Дима, супер семья. Всем позитива. Пока-пока. Пока-пока. We wish you a Merry Christmas.